Сегодня фестиваль будет проводиться на обновленной площадке скейт-парка. Времена, когда не было подобного оборудования, ребятам приходилось кататься на каких-то заброшенных предприятиях, делать какие-то самодельные площадки, конструкции для того, чтобы развивать свои навыки и развиваться в этом спортивном направлении. Его открытие планируется уже этим летом, и, конечно, вместе с открытием мы тоже там проведем большие крупные соревнования.